Так, всем привет. Хочу записать видео. Я билеты на поезд смотрю, потому что мне надо во Львов 11 числа будет уехать, а 15 числа назад вернуться. Вот. И взять билеты на туда и обратно на ночные поезда. Вот. Я уже решил, что туда поеду на 91 поезде, а назад на 92. Ну, я знаю их название, это число, это цифра. Ну что, никому не открою секрет, да, что можно посмотреть в интернете. Вот так, я извиняюсь за качество, потому что одной рукой держу телефон, второй записываю. Купить билеты, вот так вот. Чик. Чик. Так, тут пишем откуда куда. Значит, так, в нашем случае это с Киева. Так. Киев. И до Львова. Так, какого числа? Нам надо 11 выехать, потому что 12 числа у нас в 9 часов автобус уезжает. 11 числа надо выехать вечерочком. Ага, вот чудненько появились поезда. Нам надо под вечер уехать и приехать. Ну вот отличное предложение, да, смотрите. Вот этот. И вот этот поезд, вот. Вот ихнее время в пути. О, добавили, блин, билетов. Офигеть, уроды. Короче, это время в пути. Это когда выезжает. Это когда прибывает. Вот. Вот этот прикольный поезд. 91. В 6:30 я приеду, вот. А в 9 часов автобус. Да, он даже и в 10 еще будет стоять, потому что пока все соберутся. Так, ну что, вот понравился поезд, да, там 11 число, 12 числа прибывает, вот все написано, 11 выехал, 12 приехал, 22:41 отправление, в 6:26 прибытие, 7:45 в пути. И вот что свободно, люкс, купе и плацкарты, 52 места. Так, выбираем, открываем, смотрим. Значит, на 11:02 поезд, 91К, вагон первый. Вот, выбираем любое себе место, да, например. Вот. Я, если вдвоем, то я выбираю боковое. Вот. Ну, я буду ехать один, я себе нижнее выберу, вот, 49-е, например. Вот билет будет стоить с постелью. Без чая, правда. 127 гривен. Вот. Ну, я не буду заказывать. Так, сейчас. А сейчас я еще посмотрю назад билетик. Так. А это все то же самое, только назад. Вот. Львов, Киев. Число. Значит, нам надо на 15-е, на вечер нам надо. Я уже смотрел все это дело, поэтому... Так. Вот этот я выбираю. 92-й. Это тот же поезд. Только туда он идет 91-м, а назад он возвращается 92-м. Значит, 15 числа садимся во Львове. 16 прибытия. Мы из экскурсии возвращаемся где-то в обед, часа в 4, вот. Ну, так как обещают. А там, может, и задержимся, не знаю. И я хочу по приезду еще по Львову погулять, посмотреть. Значит, в 6:30 в Киеве нормально, без пробок, без дурдомов доедем с вокзала домой. Тоже, значит, что, поезд, когда уезжает, когда приезжает. И тоже открываем плацкарт.
И тоже выбираем. И тут тоже 49 место. Вот. Правда, вагон уже второй. Там первый был, тут второй. Ну, вот так вот я билеты заказываю. Вот. Завтра пойду выкуплю их. Вот. Может, другой, но... Может, другие места выберу, не знаю. Но завтра пойду и куплю билеты. Потому что время мало остается. И хоть еще визы и нету, но билет этот 127 гривен, это вообще туда и обратно два билета мне $10 обойдется. Все, на этом видео сворачиваем и пойдем сейчас монтаж и вылаживаем его на YouTube. Кстати, если кто-то надумает ехать, пишите, я скажу, куда, где тур заказать, и поедем вместе. Все, до скорых встреч. Продолжение следует. Всем приветик. Короче, купил билеты я. Вот туда. Это прибытие. А это оттуда. Это прибытие. Ну, вагон, место. Вот. Не знаю, товарищ мой не едет, короче. Я сегодня звонил, говорю, иду за билетами. Вместе покупаем билеты. Он, да, не, наверное, я не поеду. Так вот. Еще раз напомню, что я выдвигаюсь с Киева во Львов, со Львова через Польшу в Дрезден. Дрезден, рядом еще есть немецкий город Мейсон, там 20 километров или 10 рядом. Вот. После Дрездена, вот, Чехия, это город Прага, вот, там будем сутки. И потом с Праги, вот, через Польшу обратно на Львов. И вот у меня два билета из Киева во Львов. На 11 и 12 числа прибываю утром рано. Вот, потому что у нас поездка со Львова на Германию в 9:30. В 9 часов, в 9:30, ну, там еще будем ждать по-любому людей. Короче, 9:30. А я прибываю на вокзал во Львов в 6:30. Еще 2 часа будет. А это обратный билет. Мы 15 числа должны приехать из Праги, из Чехии. Должны приехать 15 числа в 2 часа дня. В 3. Вот посмотрим, приедем мы в 2 часа. В 3 часа на во Львов или нет. Я взял на 11 часов себе аж билет вечера. Посмотрим. Если и на 11 не успею, это вообще будет просто. Вот. Но нам пообещали, что мы будем 15 числа. Мы вернемся с Праги в 3 часа дня. В 2, в 3. А я взял на 11. Еще хочу погулять по Львову, посмотреть Львов. Посмотрим, получится, не получится. И в Киеве я 16 числа. Почти на 7 часов. Отлично. Это понедельник будет, 6 утра, дорога будет свободная. Ну, ну так вот. Так что визы еще нет у меня немецкой, но билеты взял, потому что билеты разбирают. Вот этих билетов осталось вообще на этот поезд очень мало. Это хороший поезд, едет 7 часов всего до Львова. Билеты обошлись мне $10. Два билета 10 баксов.